Всем доброго времени суток, с вами Соп. И мы продолжаем прохождение Мафия Definitive Edition. В прошлой серии мы побывали в отеле Корлеоне, по сути борделе, и попали в перипетию с канадским бухлом, где жестоко подстрелили Сэма. Что ж, у нас новая глава. Амерта, 1933 год. Так, мы в каком-то парке. А, встречаемся с Доном, да? Я понял, я вам нужен. Присядь со мной. У нас крот, Том. Как? И кто? Я всю ночь не спал, пытался вычислить, кто это может быть. И стал думать, может, кто-то из ребят, кто получает меньше положенного. Кому-то не хватало на костюм. Вот он и решил обратиться к Морелло. Фрэнка не было, и я сам полез в сейф за книгами. Проверить, кому мы недоплачиваем. Что вы узнали? Да Фрэнк и есть крот. Сейф был пуст, Том. Фрэнк. Ну? Я еще по той записке в прошлой серии я сказал об этом. Я знаю его 50 лет. Все, что я имею, мы нажили с ним. В этих книгах каждый добытый доллар, каждый потраченный цент. Если Фрэнк отдаст их федералам, нам конец. Фрэнк уважает только одного человека в городе, вас. Тут явно какое-то недоразумение. Я звоню ему весь день. И домой зашел. Его нет. И жены с дочкой тоже. Но зачем? Не знаю. Видимо, были причины. Может, он отомстил мне за собаку? Что вы хотели ее утопить? Да. Он не позволил, и тогда я ее пристрелил. Я был глуп тогда, Томми. Черт с этими обидами. Нужно вернуть книги. Потряси наших стукачей. Может, что знают. Когда найдешь Фрэнка, забери книги. Если у него их нет, заставь его сказать, где они. А после... Ты знаешь, что надо делать. Ну, как бы завалить его, походу, да? Да. Ну, кстати говоря, вот интересный момент. В то же время, это же 930-е года. Винченцо ждет тебя с новой машиной. В то время не было уже такого, как понятие. Ну, нет, ну, типа как Федерального бюро расследований, не было вот этой программы защиты свидетелей. То есть, как раз-таки это, я так понимаю, первые времена, когда начинается разбор полетов с мафией. И правоохранительным органам, в принципе. Так, ладно. Что ж, где у нас тут Винченцо? Винченцо. Паршивый сегодня день. Том, никто не должен узнать. Начни с Бифа, но ничего ему не говори. У меня для тебя новая тачка. И еще кое-что для особого случая. Че, ствол? О, нифига. А, ну да, это же этот... Обрез. Когда Фрэнк увидит Лупару, он все поймет. Это давняя традиция. Лупару. Так, у нас тут что-то коллекционное валяется, да? Нет, Фрэнка. Новый журнал «Детектив». 7 из 20 мы уже собрали. Но я думаю, что мы где-то его просто похерили, некоторые журналы. Так, что ж, вот это наша новая тачка-то, да? Книги, пока они не попали в лапы к федералам. Я бы вообще вон ту тачку забрал бы. Ну да ладно. Что ж, погнали, да? Нам нужно сейчас что? Что-то у нас навигатор ведет как-то через окольные пути, да? Так, ну мы поедем здесь. Ничего страшного, блин. Бомбически нарисован город, я вам хочу сказать. Это же сколько деталей надо было перерисовать, чтобы они в современной графике
смотрелись как положено. Так, какие-то пробки начинаются, да, уже вовсю. Но мы люди не гордые, мы можем по встречке объехать. Ладно, мы едем, как я так понимаю, к Бифу, да, в Чайнатаун. Да. Чтобы узнать, куда мог деться Фрэнк. Так, получится у нас с разворота припарковаться, а? Оп-оп-оп-оп-оп-оп, ни хрена не получилось. Ладно, зайдем к Бифу. Бегом, бегом. Да что ж ты под ноги-то лезешь, а? Чурка, ой, сори. Чукча. Томми, что стряслось? Давай, выдавай всю информацию, какую знаешь. Слыхал что-нибудь интересное? Что-то, о чем Дону следует знать? Возможно. Сколько заплатишь? Есть 20. 40. Ладно, говори. В городе ФБР. Морелло им что-то пообещал. Не знаю, что именно. Кто слил? Малыш Тони подпоил одного парня в черной кошке и потом подвез до дома. Вот и услышал кое-что. Лучше спроси его. Ясно. Спасибо. Так, найдите малыша Тони. Всегда пожалуйста, Томми. Так, вот мне интересно. Надо сейчас глянуть. Ну-ка, сорян. Так, уточнил информацию. Да, ФБР была создана в июле 1908 года. То есть во времена, происходящие в игре, в «Мафии», уже... Вовсю ФБР существовало в Америке. Кстати, номер один преступником и врагом народа считался Джон Диллинджер, которого они поймали примерно где-то в... Точнее, ну, не то, что его поймали, они его живым-то взять не смогли в 1934 году. А мы сейчас играем вроде как 1933, да? Ладно, что ж, продолжим. Нам нужно направиться и найти малыша Тони. Так, ну, благо в этой игре искать его особо не придется. Да, поэтому быстренько до него доедем. И раскрутим ниточку главы Амерта дальше. Да, вот этот вот обрез, короче, как нам дали. Я, кстати, у Винченцо как-то там назвал на... Ой, ну я что-то не уточню. Но этот обрез, он в свое время как раз-таки и назывался Амертой, потому что с помощью него совершалась вот эта вот, скажем так, традиционная казнь за предательство в недрах мафии. Но в основном у нас такая казнь была распространена именно в Италии. Так, мы проехали поворот. Кстати говоря, современные проблемы, ну и отношения внутри итальянской мафии можно посмотреть в сериальчик. Я не помню, как он называется, сейчас вспомню, как же... Гамора, да, во, Гамора. Там 8 сезонов, по-моему. Ну, в общем, классный сериал именно по современной итальянской мафии. Так, тут у нас что-то коллекционное есть. О, еще какой-то журнальчик, да? О, Террор Элис. Да? Что у нас там с коллекцией? Вот, у нас один журнал всего, да, мы нашли? Так, а этих журналов, детективов у нас уже много, достаточно. Блин, прикольно было бы, если бы можно было каждый детективчик еще открыть, да, и полистать, что там есть. Да. Прикольно. Ладно, что ж, продолжаем. Да знаешь, не особо. Что там был за парень от федералов, которого ты домой подвозил? Зашел сюда пропустить стаканчик, а выпил десяток. Он стережет один дом, там федералы кого-то прячут. Где? Оук Хилл, угол Пайн Стрит. Он дал мне десятку, чтобы я подвез его и рот держал на замке. Выдал мне, что советник Гилотти договорился о какой-то сделке между Морелло и ФБР.
Они кого-то крепко собираются прижать. Какого хрена ты нам не сообщил? Я сообщил, Том. Сразу пошел к Фрэнку и все ему рассказал. Он Дону не передал? Нет, не передал. Том, что случилось? Жопа, короче. Да, люди Дона Сальери должны ли были об этом узнать, но, к сожалению, инфа попала напрямую к предателю. Так. Да, это проблема. Так, поезжайте к укрытию ФБР. У нас оружия нету, чтобы тут туда вламываться. А, я помню, мы сейчас поедем в богатый дом, да, такой, в богатом районе, здоровенный, который нужно будет по-тихому пробраться и замочить Фрэнка, да? Но Фрэнка, по-моему, нельзя мочить, он же... Или это... Да, или нельзя, или можно, я не помню. Ладно, сейчас все увидим как раз. Поезжайте к укрытию ФБР. Далеко нам ехать-то? Нет, не очень далеко. Нет, значит, это все-таки не та миссия. Блин, в голове уже путается все. Первая часть, вторая часть мафии. Они же похожи. Вот третья совсем другая. Третью я даже начинать не стал. Смотрел обзорчики, ну и решил, что нахрен она нужна такая. Но, ребят, если вы захотите, мы можем пройти всю серию мафии. Не проблема. Я с удовольствием поиграю в мафию. Но первая, конечно, шедевр. Так, мы уже капот помяли на нашей бричке, да? Давайте аккуратненько водить, потому что тут копы везде. Ну давай уже, слышь ты, на своей тарантайке. Да, не особо шустрая машина-то. У этой машины, я так понимаю, еще есть второй, еще дополнительный ряд сидений, да? Вот эта штучка открывается сзади. И там появляются сиделки, куда можно еще дополнительно людей посадить. А так это двухместная машинка изначально. Вот сейчас таких двухместных машин нету, в принципе, вообще, да? Будь то Porsche, там, не знаю, Ferrari. Так, добираемся. Надо этого Фрэнка порешать. Хотя, получается, там сидит как раз-таки не Фрэнк. Если Фрэнку было сказано, что он передал уже, что там кто-то сидит. Правильно? Похоже, это здесь. Вообще без палева, да, приехал? Вон тот на лавочке, может быть, спокойно ФБРовцем. А, нет, все-таки Фрэнк. Так. Проследите за Фрэнком. Ну вы чё? Давай, Фрэнк, приведи меня к книгам. Да, сейчас спокойненько поедем за Фрэнком. А нам вот как-нибудь так надо, да, стоять, что ли? Ой, мы сейчас долго за ним будем так следить. Они-то, ФБРовцы, не будут нарушать закон. Ну, в плане светофоров там и так далее и тому подобное. Ух, какая бричка классная, да? А, мы на такой катались, только с крышей. Кстати, вот она, да, я так понимаю? Да, либо вот это, либо вот это. Куда же они тебя везут? Ну, видимо, везут туда, где ты их грохнешь, да? Как-то так. Ну, слава богу, есть индикатор, да? Заметности нас. Мы раз вот так вот. И нас вообще не палят. Ну, вообще не палят. Не, я понимаю, в наше время, когда машин куча, прям куча, можно затеряться. Ну тут-то ей две машины, обе зеленые. Опа.
А вот тут нас уже палят, да? Интересно, они его кругами будут возить? Ну-ка. Мы сейчас где? Мы сейчас здесь. Вот сюда они, скорее всего, отвезут. Вот в это здание, да? Мне почему-то так помнится. Ну, я опять же, я могу путать со второй части. Наверное, будет какая-то встреча. Странно вообще работает это. Странно работает индикатор, да? Я так понимаю, на светофоре я мог вообще прям вплотную к ним подъехать, и они фиг меня заметили. Но после того, как они стартанули, да, они бы меня заметили очень хорошо. И вот сейчас вот они как-то подозрительно, да, на меня смотрят. Да, да и машину хрен сменишь, потому что пока я буду перепрыгивать на другое какой-нибудь пепелац, меня они уедут. Черт. Фрэнк, никак тебя в аэропорт везут. Да, походу, в аэропорт, да. Ну-ка, смотрим. Да, в аэропорт. Угу. Проблема. Короче, у нас будет перестрелка в аэропорту. Походу. Ну а какая другая еще может быть? Ля-ля-ля, тропа-ля. Вообще без палева всю дорогу за ними едет зеленая машинка без верха, да, без крыши. И они вообще не парятся по этому поводу. Lost Haven Airport. Да, Махач будет именно там. Такая глазюка нарисована. Не очень правдоподобная. Пугающая, я бы сказал. Как на долларах, да? Господи, его хотят вывезти из штата или еще дальше. Сука, это плохо. Так, что будем делать? Припаркуйте машину в укромном месте. Мусоров-то, ёкарный бабай. Что надо будет сделать? Узнайте, куда везут Фрэнка. Так, ну мы спокойненько, наверное, обойдем всю эту хрень с ментами с этой стороны, да, я так понимаю? А, как мы туда попадем? Прям даже не знаю. Ну, отсюда, допустим, да? Этот чувачок же простой работник. Да, вот через него мы и пройдем. Чтобы ментов не привлекать внимание. Почему не федералы его вывозят? Наверное, все мы хотим одного, но как же тошно вести дела с этими... Че у нас тут в записке? Заметки полицейского. Передача информатора. 12.00. Закрываем аэропорт. 13.00. Информатор и сопровождающий из ФБР покидают открытие. 13.15. Происходит обмен информатора... Так, происходит обмен. Информатор направляется в ангар номер 5. Мы получаем бухгалтерские книги после передачи информатора. Так, догоните Фрэнка возле ангара номер 5. Нам как бы отсюда выбраться надо сначала, да, наверное? Так, а получится ли у нас это беспалевно сделать? По прямой вряд ли. Мусоров куча.
Так, ангар номер 5. Ну что, пойдем на второй этаж. Может быть, через второй этаж можно как-то пройти на сторону взлетной площадки, да, и найти этот ангар. Ага. Никто пока не знает об этой операции. Давайте завершим ее и по домам. Он ведь какой-то гангстер. Почему не... Ну, этого по-тихому можно же снять, правильно? Винтовка. Возьмем и спрячем. У него всего 5 патронов было. Охренеть не стать. Даже не соизволит прийти лично. Ради крысы вроде тебя. Нет уж. Полезай в машину. Не взяли для этого самолет Тона Морелла с Угой. Так, ладно. Догоните Фрэнка возле ангара. И как нам это сделать? Сюда нам не вариант идти. Нам нужно каким-то... А, все, я понял, вот здесь можно спуститься. Но нам нужно, чтобы нас никто не заметил. Ладно, мусора нас не заметят. Нам вон туда надо пробраться, да? Ладно, здесь проберемся. А что, можно умудриться? А, вооружились до зубов уже, да? А теперь из-за них и Эниус Альери сдохнет за решеткой. Ну и денек сегодня. Он здесь! Блин! Это палево, господа. Это большое-пребольшое палево. Да, и нас сейчас здесь просто порешают. Валим нахрен. Что, будем боевиком проходить? Ну да, хрен ли остается делать-то. Так, они выбежали куда-то на улицу, да? Да, мы просто типа вас всех перемочим сейчас и все. У нас других вариантов-то нету. Ну, заново начинать тоже неохота. Тут можем пройти? Я думаю, что вполне. Интересно, а черными крестиками это что обозначено? Все, попался. Да, слушай, с винтовки ты выстрел. Ты особо уже не... Нет-то... Не поживешь, а ну что, убой, это же тебе не пистолетный выстрел. Ну да. Да-да-да, проблемка-проблемка. Ничего страшного, начнем сейчас. С автосохранением попробуем по-тихому пробраться туда вообще. Да? Да. Попробуем. Я думаю, что по-тихому нужно будет как-то пробираться. Что ж, ребята, я подумал и решил, что будем-ка мы, наверное, валить их всех. Ну а почему, собственно, нет? Потому что тут разложено... Куча просто оружия везде. Пока мы бежали в прошлый раз до того здания, ну, до того, я заметил здесь очень интересную особенность. Здесь везде лежат гранаты. Везде лежат... Так... Сейчас винторезом снимем всех, да и все. У нас где-то пишется, что нарисовано, что еще где-то там, да? В машине. В машине где-то кто-то еще есть. За рулем сидит, что ли, который? Да. Который сидит за рулем. Так, двое там на входе. Давайте их тоже повыубираем. Ну, высовывайся, давай.
ты кто? А это менты. Ну и мусоров тоже давайте валить. А чё? А чё бы нет? Давайте возьмем коктейли Молотова. Но высунься только. Еще раз я промахнулся. Пожалуйста. Все, этого тоже сняли. Че, может пойдем заберем оружие какое-нибудь? Типа Томпсона. О. Этого убрали. Побежали дальше. Надо Фрэнка валить. Валить Фрэнка. Так, 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 так. Двоих видел. Один вон там лазит. Черт, патроны закончились. А, ну давайте менять оружие, то что теперь делать? Аптечки жалко нету. Да ни хрена ты стреляешь-то. А как ты знаешь, что я здесь, а, дружок? Скажи мне, пожалуйста. Блин, так они меня сейчас вальнут. Гранаты. Ну что, давайте возьмем гранаты. Сожгли мы его, нет? Нифига не сожгли. А там ведь патроны. Я тебя вижу. А гранату ты видишь? И здесь, да, еще один сидит. Ты кто, блин, палит? А это все он же палит, да? Хорошо. Так, все. Берем патрики. Нам бы еще, конечно, бы оружие сменить. А где коллекционка, кстати говоря? Где-то здесь вот коллекционка. А где? Что-то непонятно. Да, где-то здесь коллекционка, но я ее не вижу. Ладно, надеюсь, что ее можно будет забрать позже. Шкеримся. Из винтовки как они хорошенько, да, про меня проходятся-то. Это все или еще будут, ребята? Эх, боюсь, что это, конечно же, не все. Опа, вот они приехали еще. Так, это мы всех перестреляли. Вроде как всех. Ну что, заходим в ангар тогда. Ну что, здравствуй, Фрэнк. Том. Фрэнк. Меня прислал Дон. Я уже понял. Жаль, что это выпало тебе, Том. Передать ему что-нибудь. Я бы хотел, чтобы все вышло иначе, но Морелло до меня добрался. Все хорошо, можете выйти. Ну да, он сейчас будет опять бравировать своей семьей. Тыры-пыры. Морелло предложил простую сделку. Книги Дона в обмен на жизнь. И самолет из города. Ты уже передал книги? Я не идиот, Том. Я их спрятал. Морелло ждет вот это. Книги лежат в сейфе в банке Гранд Империал. Я обещал дать Морелло ключ, когда самолет будет готов и заправлен. Его люди должны были сейчас приехать за ключом. Они не придут. Скажи им, пусть садятся. Вперед, Марч. Элис, на борт. Фрэнк, ты летишь с нами. Не сейчас, милая. Подымайтесь. Нам с Томми нужно обсудить важное дело. Но, Фрэнк... Садите живо, Марч! Ради Элис. Ради нас. Лезь, чертов, в самолет, прошу.
Тебе заплатили? Да. Теперь заплатили дважды. Отвези леди, куда не скажут. Да, сэр. Спасибо, Том. Господи, Фрэнк. Почему ты не попросил помочь? Я захотел выйти из дела. Так или иначе. Я устал, Томми. Устал врать своей жене. Устал искать под машиной бомбу каждое воскресенье. И ждать, когда Дон всадит мне пулю в висок. Да, что-то Фрэнк как-то на большого мафиози не смахивает вообще ни разу. Но он и на секретаря тоже не смахивает особо. Ох, что ж... Дон будет недоволен. Ну, хотя, с одной стороны, конечно, недоволен, а с другой стороны, даже очень доволен. Так, заберите бухгалтерские книги из банка. Пойдем, заберем. Добрый день. Где у вас сейфовые ячейки? Прошу, внизу ждет наш сотрудник. Спасибо. Так, не привлекай внимания, не вытаскивай оружие. Отличный денек, да? Ага. Ага. Я тоже хотел так же ответить. Забавно. Как жизнь? Что у нас тут? Ага, Gangster Monthly. Понятно. Мне нужна ячейка, арендованная Фрэнком Калетти. Да, мистер Анджело? Да. Мистер Калетти сообщил, что вы можете зайти, и просил предоставить вам доступ. Прошу, следуйте за мной. То есть этот хитрый Фрэнк знал, что Томми Анджело, именно он придет в эту ячейку. А нифига не люди Морелло, да? Сука хитрая какая, а? Ладно, ключ у нас есть, давай открывай ячейку нам. Я взял книги и замел следы. Сальери не задавал вопросов. Забавно. После похорон он больше никогда не вспоминал Фрэнка. Моих ребят, Марко. Мы с Серджо всего лишь хотим отдать дань уважения. Я знал Фрэнка давно. Столько же, сколько ты. Хороший парень, умный. Верный. Верной жене и дочке прежде всего. Это делает ему немалую честь, Энио. Возможно. Но я все смотрю на надгробие, где стоит имя его девочки. Что ж, глава пройдена, да? А мир там. Продолжаем следующую главу.
Что у нас там? Визит к толстосумам. Угу. 1933 год. Взгляни на дома. Славные дворики, белые ограды. Американская мечта, да, Томми? Наверное. Не для тебя? Нет, сэр. Предпочитаю заниматься делом. Не дай клумбам и дворикам надуть тебя. Тут живет больше преступников, чем в остальном городе. Так вот зачем мы здесь. В каком-то смысле. У Морелла есть продажный прокурор по имени Уоткинс. Они друзья с Гелотти. Городским советником? Именно. Морелла намекнул ему, что гибель Санка-Гелотти – наша вина. Теперь Уоткинс рвет и мечет. Хочет помочь другу. Говорят, он нашел парочку свидетелей. Мы их знаем. Да. Полли и Сэм позаботятся о них. Тебе же предстоит другая работа. Забери улики, которые накопал Уоткинс. Где он их прячет? Дома, в сейфе. Но я не взломщик. Не беспокойся об этом. Тебя ждет Сальваторе. Он здесь недавно, но любой замок вскроет. Приведи его на виллу, найди сейф, он все сделает. Что-то может пойти не так? Ничего серьезного. Уоткинс идет в театр. В доме не будет никого, кроме охраны. Кабинет на первом этаже. Стукач сказал, что сейф в стене. Когда Сальваторе его вскроет, хватай все улики и беги. Это он, босс? Да, вот наш парень. Сальваторе, тут-то бене. Си, грация. Дон Сальери. Рад видеть. Ты знаешь, что делать. Не подведи. Си, покабейте, си. Томми, наткнешься на Уоткинса, не убивай. Проблемы так хватает. Понятно, босс. Бона фортуна, роганцы. Так. Ну и как нам его провести? Томми Анджело. Вечера ди... дико на черте. Meraviglioso. Per favore. Типа на тебе ключ от той машины? Да он Томми, я думаю, сам бы мог ее взломать, да? Бричку-то. Ну, ничего страшного. Так, Шуберт. Отправляйтесь к особняку прокурора. Ну-ка. Это тот, да, особняк-то? Ну да, точно, это тот особняк. Ну все. Значит, я не путаю, значит, меня память-то не подводит. Все-таки была миссия по стелсу. Парли на антикьяре сичильяно. У капу туриссио пьяно. Эх, я не говорю по-итальянски. Перфетто. Замечательно такой. Ну, когда подельники не имеют общего языка, меньше улик при допросе. Ага. Окей. Per favore, capisci. Trasemo in tuo giardino un turcioniato senza farci sentire né vedere. A cacciaforti sta a rere un guaccio no primo piano. Ну мы, короче, все равно один хрен ничего не понимаем. Поэтому какая разница. В общем, я был прав. Это миссия по стелсу, где нужно будет пробняться в большой особняк. Сдается мне, ночка будет долгая для нас обоих. И выкрасть, добраться до сейфа и выкрасть улики. Ну что ж, не будем задерживать. Давай теперь я нашего скажу. Дона. Делай то же, что и я. Постарайся не попасться. Все. И держи рот на замке. Форт. Си. Фачо. Я. Рабрири кашаворте. Абрире кассафорте. О, бог ты мой. Ладно. Радио. Послушаем радио. Перфетто. Не будем мы слушать радио. А то мне ютубчик еще по жопке надает. За шикарные здесь виды. Нелицензированную музыку. Мирамигиосо. Так, ну что, мы почти доехали, да? Интересно, получится у нас с первого раза? Чё-то я сомневаюсь. Эко. Чразему джоку. Стрельба привлечет внимание. Войдите на территорию особняка. Ни хрена себе. Побудь здесь. Я разберусь с охраной.
In America c'hanno i giardini. Стрелять нам нельзя, правильно? Но никто нам не запрещает их тупо всех придушить. Ага. Когда уже будет выходной? Ты у нас спиной стоишь? Вот так спиной и стой. И не... Да-да-да-да, и не поворачивайся, не поворачивайся. Сейчас мы тебя охреначим. Интересно. А если мы возьмем тело, он в приседе будет или все-таки так же? В приседе. Просто давайте их унесем куда-нибудь вот сюда, подальше. И одного, и второго. А то вот тот, который сверху ходит, меня как-то напрягает, если честно. Так, первого сюда. Больше у нас пока здесь нету, да, охранников? Вон, наверху один ходит. Но этот один пока мне не препятствует, да, никак. Вон там еще один ходит. Ты что делаешь? Бери трупак. Ну, точнее, не трупак, это тело. Он же пока не мертв. И вот сюда мы его сбросим тоже. И его не заметят. Хорошо. Что теперь? Этот лицом к нам. Да? И к нему как пройти? А, вот так по нему пройти. Насвистывает он там стоит. Сейчас мы его заберем. Если он, конечно, к нам лицом не повернется. Придушили третьего. Замечательно. Давайте его тело тоже оттараним сюда аккуратненько к ограде. Нам нельзя стрелять. Но это же не значит, что нам нельзя их душить. Ну, как душить? Мы их немножко так придушили. Они же не мертвые, они так спят. Ну, типа в отключке, когда кислород перекрываешь. Но не до конца. Через сонную артерию. Тогда, в общем... Человеку наступает словно кобздец. Так, где у нас еще один охранник здесь? Как вообще из этого лабиринта выйти-то? Где выходы? Я и по мини-карте выходов не вижу. Да. А, вот выход. Выход найден. Идем, идем. Это разве выход? Ладно, здесь можно перелезть, как минимум. Так, тут у нас тоже ходит охранник, да? И там тоже у нас ходит охранник. Ну, их надо придушить всех. Опа, этот идет как раз сюда. Ну. Блин, ждать, пока он развернется? Целое дело ведь. Можно как-то его обойти? Можно. Отличный вечерок, чтоб на посту стоять, а? Наверное, пусть здесь и лежит, в принципе. Нам не мешает ведь, правильно? Так, у нас там еще один ходит. Давайте разберемся, наверное, сначала с этой стороны. Здесь он там он ходит, да, кто-то? Да. А тот возвращаться-то будет? Или они будут как-то пересекаться, нет? Сюда идет, зараза. Около бассейна охранник сюда не пойдет. Когда уже будет выходной? Блин, зря я, да, сюда пошел. Эх, не должен заметить. Ну, не должен же. Не должен же заметить. Он нас и не заметил. Так. Ну, собственно, с этой стороны просто все. Да, как бы казалось бы. Больше здесь вроде как охраны нету.
Ну, с этой стороны, по крайней мере. Давайте вот здесь сбросим тело. На всякий пожарный. То вдруг тот, который около этого, около бассейна ходит, заглянет к нам на вечеринку-то и все испортит. Зараза. Так, вон он ходит, да, все еще? Но он отсюда сейчас как раз пойдет. Мне кажется, что здесь где-то еще один охранник есть. Хотя, судя по тому, что... Когда уже будет выходной. Судя по мини-карте, больше здесь охранников нету. Вроде это были последние. Сальваторе! Ты где там? Тут чисто. Томми! Ио Куи! Куда Сальваторе погнал? Чего вот искать? Вон он сходит. Там мы трупак куда-нибудь припрячем вот сюда подальше. Да и все. Вообще, я помню эту миссию. Она не так просто проходилась, на самом деле. Так, а ты что в полный рост ходишь? Там еще с другой стороны дома. Там, в общем, тоже проблемы с охраной были. Так, берем коллекционный предметик. Черт, куда он делся? Достал меня этот парень. Ну и чё, где он? Вон он стоит. Ну, молодец, чё, иди сюда. Нам же в дом... Там в доме тоже охрана есть, сколько я помню. Да? Эй, сейчас ока. Проникните в особняк прокурора. Кабуша. И что ты за медвежатник? Черка, ну хвачу. Проникли. Что? Ну хвачу. Да Винчи, Караваджо. Угопишь. Картина? Хочешь сказать, сейф за картиной? Сей. Ясно. Я тебя понял. Ну, только сейф не за этой картиной. Совсем. Надо в других комнатах посмотреть. Да, давайте в присядку. И погнали. Потому что здесь могут быть, может быть, охрана. Опа, это что у нас? Прочесть заметку. Пропагандистская листовка. Америка устоит перед искушением, не позволит отменить сухой закон. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Понятно. Агитационная листовка. Нахрен нам не упилась она, да? Я думаю, что... Так, тут у нас что? Новости. Газета. 1 июля 1933 года. Убит главарь мафии в городе Эмпайр Бэй. Жуткие фотографии ужасной смерти короля преступного мира. Известный мафиози Томмазо Моретти погиб в четверг вечером на пороге своего дома в Эмпайр Бэй, подорвавшись в заминированном автомобиле. Нет сомнений, что бомбу заложили его конкуренты по преступной деятельности. Жители Empire Bay надеются, что смерть Моретти положит конец разгулу насилия, охватившего город в последние месяцы. Горевать о покойном будут немногие. Ну, это не факт, кстати говоря. Так, ну что, проверяй, картина есть? Нет, тут тоже у нас нету. Нет, просто стена. Ни хрена. Тут что у нас? Журнальчик? Опа, еще один журнальчик детектива. Так, присядку. И начинаем поиски дальше. Но я почему-то убежден, что на самом-то деле все на втором этаже. Здесь его нету, этого сейфа. Не знаю, может быть, это просто мои воспоминания. Но я бы ходил бы... Да, ходил бы в приседь. Потому что мне почему-то кажется, что здесь есть еще охрана. Ладно, посмотрим другую часть дома.
Так, ну на кухне явно ни хрена ничего полезного нету. Если мы сюда пойдем, может, ну, это... естественно, за этой картиной тоже ничего нету. Надо в других комнатах посмотреть. Ты кто такой? Мэм! Ой. Мэм! Кто-нибудь помогите! Ну давай, давай, добей уже ее. Все. Чтобы не кричала. Пусть сидит здесь. Ребят, прошу прощения. Опа. Эннио Сальери, между прочим. Угу. Я не хотел бить женщин, но так получилось. Иначе бы мы просто продули эту миссию. Прошу прощения. Но игра есть игра, ребят. Так, ну, в общем, вот она картина, вот кабинет, явно здесь все, да? Читаем записки. Письмо от Гилотти. Прокурор Уоткинс, я хотел бы вас поблагодарить. Если у вас действительно есть надежные сведения, показания свидетелей, показания и доказательства, что Билли убили по приказу Сальери, я ваш должник навеки. Показания священника с самого начала не отличались правдоподобием, а теперь он и вовсе умер. У нас остался один единственный шанс. Если свидетели запросят слишком много, я готов покрыть любые расходы. Наш общий друг, в свою очередь, может на них надавить. Уничтожить шайку Сальери – это в наших общих интересах. Времена сейчас тревожные, и я беспокоюсь за безопасность вас и вашей семьи. Скоро к вам прибудут мои люди. Они обеспечат вас защитой. Угу. Очень интересно. А общий друг, это, я так понимаю, Морелло, да? Браво. Скус, а? Конечно. Покажи, что ты умеешь. Черт. Быстрее, Сальваторе. Пожениться, пожениться. Так. Ну и чё? Открыл. Молодец. Ну куда ты полез? Он же тебя в машине пытался предупредить, что, блядь, будет... Да, будет алярма, алярма будет, блядь. Тревога, ёкарный бабай. Ну началось, блядь. Ай, придется отстреливаться, да? Так, этого минуснули. Дальше. Спускаемся. Ага. Кого? Вот это шмальнем сейчас. Не-не-не-не-не-не-не, ребята. Так не пойдет. Ну и чё? Вылезай давай. Отсюда нет, отсюда не достанем. Вот отсюда достанем. Так, у меня так патрон закончится. Это какой коктейль ты будешь кидать, Вася, Вася, ну тебя нахрен. Чё творишь-то вообще, а? За клумбу. И давай. Вылезай, сучонок. Да блин, куда ты бегаешь-то так быстро? Все, добегался? Давай возьмем обрез. Сальваторе, держись! Я разберусь. Ищу укрытие. Вылезай, сука. Укрытие он ищет. Так, все, у меня здесь патронов больше нету. Ну, вылезай. Зараза, а? Стреляет нас. Я тебе дам молотов. Вот сам в нем и гори. Так, где у нас еще один? Ничего. Вроде как все. Возьмем на всякий случай Томми Ган. Берем машину. Че, зелененькую?
Быстрее, быстрее. Ну, садись. Сальваторе, садись. Блин, мы тебя долго ждать будем. Менты-то уже едут. Валим, валим, валим. Валим, валим, валим. Знаю, что бы ты ни бухтел, я Пойдем. Знаю. Полиция. А что, если нам не по правилам поехать? А? А вот так вот. Так, F у нас перевернут машину, все. Но менты нас уже не найдут. Ага, прикол, да? Ну, по крайней мере, не должны найти менты нас. А мы тем временем сваливаем. Всем офицерам прекратить поиски. Грация, Женеруц. Сальваторе, куда тебя довести? А каза? Да. Где дом? Сеста и Маполь. Хорошо, едем. Так, ну что, нам осталось довести Сальваторе до дома. И я думаю, что на этом глава закончилась, да? Ну, приличную скорость развивает эта бричка. Да, очень крутой тарантас. При желании там вшестером, наверное, ездить можно, да? В принципе, наверное, там так и есть, да? Да, там он... Ой! Сорян. Прошу прощения, отвлекся. На интерьер автомобиля. Управление, конечно, немножко туговато, но куда попрешь? Это ж не современные автомобили, да? Вроде пока пролетаем. Что ж, нам недолго осталось, да, я так понимаю? Он начинает травить на своем итальянском языке. Ну, не понимаю я итальянский язык. Ну, что я могу поделать, ну? Ой, мы кого-то там, по-моему... Блин, мы ментов на себя привлекли, да? E ci colpi solo tu. Impara un'antichiera siciliana. Per rispetto alla nostra terra. È come parlare un meccanico. Usaccio. Блин, вот это жесть. Te la via dire. Un polizia. Не привлеките к себе копов. Ну хорошо, не приведите за собой копов. Ну, мы сейчас уйдем. Тачка-то мощная. Да, только вот тут ездить особо нельзя, да? Ага, ага. Ага. Все. Ну и что, ты за нами прям поехал? Да ни в жизнь не поверю. Вмазалась по-любому. Да, нам теперь от копов надо уйти. Ой-ой-ой, ё-макра. Ну, я надеюсь, у нас это получится. Да? У нас получится, у копов не должно получиться за нами угнаться. Вот они у нас уже потерять должны были. Ну, из вида, как минимум. Этот тип где-то в Норд-парке. Лафари, Майкью, а? Майкью! Ладно, ладно. Хорошо, я понял. Ладно, я думаю, что теперь можно сдать, да? Ну, в смысле, сдать задание. Не сдать домушника, а сдать задание. Buonanotte. Пока. Что ж. И мы закончили главу «Визит к толстосумам». Ну что ж, ребята, если вам понравился ролик, ставим пальцы вверх, подписываемся на мой канал. С вами был Соб. Увидимся в следующей серии.